Всего неделя осталась до премьеры спектакля «Брачный договор» в Нижегородском театре драмы. Режиссером в очередной раз стала москвичка Алла Решетникова. Для нее это третья постановка в нашем театре и, пожалуй, самая долгожданная. Режиссер призналась, что поставить спектакль по пьесе израильского драматурга Эфраима Кишона – ее давняя мечта. Меня он безумно потряс как психолог, Эфраим Кишон. При этом, при всем, он мудрый и глубокий психолог. И он дает очень хорошие, вот через эту историю, очень хорошие советы, рецепты, как в браке попытаться перетряхнуть и сделать реформацию взаимоотношений. По сюжету, для свадьбы девушке Аяле и завидному жениху Роберту нужно представить брачные договоры своих родителей. Однако в семье Аялы возникают затруднения. Ее родители не находят своего брачного договора. И кажется, что в их семье пропал не только этот важный документ, но и романтика и нежность. Алла Решетникова предложила собственную трактовку пьесы, в которой ведется подробный и захватывающий разговор о человеке и любви. Спектакль получился камерным и в то же время многонаселенным. Режиссеру и нижегородским артистам удалось создать повторимый еврейский колорит, но при этом сделать конфликт универсальным, вывести его за пределы конкретной национальной тематики. Чем больше и больше мы погружались в материал, правильно сказал режиссер, тем больше и больше было просто параллелей. Все начали говорить, это про меня пьеса, это про меня. Вдруг оказалось, и это абсолютно верно, что взаимоотношения в семье, даже не в семье, а взаимоотношения между двумя любящими людьми, если вы все посмотрите пьесу, вы тоже найдете все эти параллели, они везде одинаковые. Нижегородский спектакль станет третьей постановкой брачного договора в России. С произведением израильского драматурга уже познакомились зрители в Волгограде и Курске. Нижегородская премьера состоится 14 и 16 сентября. Светлана Чернова, Никита Вертлин, «Столица Нижний».